советские времена с понятием «субботник» были знакомы все от мала до велика. Несколько раз в год обязательно проводились трудовые дни, где занимались уборкой. Обычно это происходило по месту работы, реже по месту жительства. Основная идея – воспитать граждан ответственно относиться к чистоте, не мусорить и беречь труд другого человека. Прибегнуть к хорошей традиции решили и в Симферополе. Последние годы субботники часто проводятся на территории полуострова. Определили 15 участков, вооружились инвентарем и приступили к делу. Вышли трудовые коллективы и исполнительной власти города Симферополя, и городской совет. Также привлечены учреждения социальной сферы, школы, учреждения здравоохранения и так далее. Мы призываем жителей Симферополя также принять активное участие. У нас много проблемных участков в части санитарного состояния, обильные листопады. Просто должен каждый житель или предприниматель Симферополя выйти, посмотреть на свои территории, побелить, подкрасить, убрать листву. Экологическая акция прошла в рамках осеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке крымской столицы. Участники мероприятия убирали любимые места отдыха горожан в районе проспекта Кирова, на набережной в парке имени Юрия Гагарина, а также в сквере воинов-интернационалистов. За несколько часов город стал чище. Своим примером горожане призывают всех симферопольцам сделать что-то хорошее для своей столицы. Очень бы хотелось тоже, чтобы жители нашего города тоже все включились. Потому что только совместными усилиями мы сможем привести наш город в чистоту и порядок. Следующий городской осенний субботник запланирован на 24 ноября. В нем могут принять участие все желающие. Александра Пермякова, служба новостей ИТВ.